Купить продукты во время карантина можно в магазинах у дома. Фирменные отделы «Равис» работают в прежнем режиме и находятся в шаговой доступности. Только в Челябинской области их более 200. Продукция там всегда свежая. Ежедневно с производства туда поставляют курицу, фарши, котлеты и новинку для детей – сосиски в тесте. Маргарита Хижняк изучала ассортимент. В период карантина мы все стараемся избегать мест массового скопления людей, поэтому и ходим в магазины у дома. Здесь есть и свежая курица, и колбасы, и копченые бедра. Купить в магазинах «Равис» можно все необходимое к завтраку, обеду и ужину. Фирменные отделы во время карантина работают в обычном режиме. Производство тоже не останавливается ни на минуту. Продукты на прилавках всегда свежие. У нас заявки увеличились от торговли. Особенно мы это видим на котлетах, пельменях, тушенке и колбасных изделиях. Но предприятие работает в штатном режиме, мы все заявки выполняем. Всего в фирменных магазинах «Равис» можно купить более 200 разных товаров. Охлажденное мясо, полуфабрикаты, сосиски, сардельки и деликатесы. Елена Стажарова – заядлый садовод. И уже заранее готовится к дачному сезону. Делает небольшие запасы. Покупает тушенку. Очень вкусная тушенка. Именно в «Рависе» мне очень нравится. Приобретаю для себя, для сына. Потихоньку делаю запас на лето. Скоро лето. Тушенка очень удобна. А Яна Пашнина уже вторую неделю находится с детьми на карантине. Чтобы развлечь малышей и сменить рацион, покупает новинку сезона – сосиски в тесте. Я знала, что есть компания «Равис», которая побалует детей. Прям я знала, что здесь у них всегда вкусные наггетсы. А сегодня я решила попробовать новинки. Ну, котлеты для гамбургеров и сосиски в тесте. Помимо мяса птицы, в магазинах «Равис» можно купить пельмени, чебуреки, шницель, приправы и соусы к ним. Маргарита Хижняк, Андрей Федотов, ОТВ.